менять. Стой! Налево! Сели руки за голову! Этап, слушай. Я начальник лагерного отделения номер 4 особого лагеря номер 6 Государственного управления лагерей СССР. Майор МВД СССР Абрамов Василий Михайлович. На уверенной мне территории действуют только мои законы и законы Союза Советских Социалистических Республик. Общаться с каждым из вас будет начальник оперативной части капитан Бородин Лев Павлович. Командуй, капитан. Есть. Внимание сюда! Есть только два способа выйти отсюда. Через эти ворота по истечении срока заключения. Или через калитку на лагерное кладбище. Правила простые. Их всего два. Упорно трудиться. Раз. И соблюдать внутренний распорядок. Два. За нарушение какого-либо из пунктов. Бур. Или яма. Особо буйный. Расстрел. На месте. Червоный Данила Назарович, 14-го года, последняя кличка Остап. С 18 лет в боевой организации украинских националистов. Теракты в Луцке, Львове, Станиславе, 33-й и 37-й годы. Два побега из тюрьмы с марта 43-го в так называемой украинской повстанческой армии. Намучимся мы с ним. Ошибка, капитан. Гражданин Червоный намучается с нами, но недолго. Склонен к побегу. Тебе на хозяйстве такие нужны? Никак нет. Не нужны. Вот и работай. Есть. Барак, подъем! Выходим на построение! Давай быстрее! 12.04. Что копается, Акчелша? Давай быстрее! 01.87. 12.01. Я. 98.57. Я. 07.35. Я. 17.53. Я. 21.30. Я. 82.37. Я. 17.10. Я. 03.28. Я. 98.57. Я. 13.48. Я. 10.74.
Я все голову собі сушив. Чи тебе бува не повісили? Мотузки не знайшли. Штабер вийшов звідти в 39-му. Далі війна. Мене після вироку кинули з табору в табір. То я вже встиг надивитись. А тепер ось докинули сюди. А далі вже не могли. Я бачу. А наші, значить, ти за старшого дружив ворон. Вчора був, нині вже ні. Хто тепер? Хорунжий Остап. Знаєш такого? Коли вже живий, приймай відділ. Зайшли! Ти. Наверх його. Називається дружий ворон. Стахановці. Ну, ви купа не знаю за що. У нас план, норма, якщо не виконуємо, то в карцер на хліб у воду. А коли не в холодні інші тут єси, старайся. За родину, за Сталіна. Ти, товариша Сталіна, не марай. Він війну виграв і таких, як ти, в Баранячий ріг. Так ти наш. Ваші, це зрадники батьківщини. А я за Україну кров проливав, поки ти фріцам чоботи лизав. Ну добре, зі мною все зрозуміло. А чим ти свого товариша Сталіна так розгнівив, що він тебе сюди здихати відправив? Я, може, і здохну. Тільки ти раніше. Thank you.
этого в яму. Осужденный 830-й! Я! Ко мне! Доигрался 830-й. К начальнику лагеря. Бегом, марш! Заключенный номер 830 по вашему приказу явился. Плохи твои дела, Гуров. Нарушение дисциплины. Петушиные бои устраиваешь. С земляками подрался. Они мне не земляки, товарищ майор. А я тебе не товарищ, доходяга. Пора бы привыкнуть за 2 года. Виноват. Гражданин майор. Бандиты западной. У них другая Украина. Какая? Другая. Не наша, не советская. Я сам из Чернигова. Меня в 30-м под Черниговом курку из обреза стрелял. А в 45-м под Бродами бандера с карабина. Все вы хохлы против советской власти. Значит, одинаково сволочи. Так? Не слышу! Так точно, гражданин майор. Летчик, ускоренные курсы, самолет подбили, упал за линией фронта, выбросился с парашютом, был в плену. Я не был в плену. Я говорил, объяснял, писал. А я читал. И не только твою писанину. В районе, где ты находился, была высокая концентрация сил противника. Ты не мог проскочить. Я на пузе прополз. Сутки на пузе, мне повезло. Повезло. 5 лет строгача. А могли бы и к стенке. Послушай, ты у меня тут сидишь 2 года и 6 месяцев. Я писка твоего не слышал. И тут вдруг, как собака укусила, с бендеровцами в драку полез. Один на всю свору. Что-то не припомню, чтобы кто-то из доходяг так борзел. Теперь тебе бы досидеть свое тихо. Согласен? Так точно, гражданин майор. Потому завтра переходишь в похоронную команду. Работа придурочная. Будешь у могильщиков бугром. Приоденем тебя чуть-чуть. Вопросы? Никак нет, гражданин майор. А зря. Спросил бы, за что тебе такое повышение. Данила Червоный, кличка Остап. Без году неделя в лагере, а уже в авторитете у хохлов и литовцев. И отныне у него на тебя зуб. Переживу. Уверен? Мне нужны глаза и уши в вашем бараке. Понял? Ты понял! Так точно, гражданин майор. О, теперь слышу офицера. Хоть и бывшего. Кругом. Шагом марш. Thank you.
Бродяги, вы что, совсем нюх потеряли, а? Не понял? Я нарвешься, фитиль. А ты уже нарвался, летчик. Забыл, что тайга велела, а? Вася Буян был вором. Его хоронить в одной могиле, суками, нельзя. Могили все одинаковые. Вася Буян вор в законе, а эти двое закон нарушили, сучились. Потому и суки закон велит таких мочить. И тех, кто хоронит их вместе с ворами, тоже. Вам что, мало заслали за отдельную могилу, а? Да ходяки. Не понял? Ну, по Европе, матрос. Скрысить хотел, а? Ну что стоишь? Доставай, Филон! Что стоим, смотрим? Доставайте. У нас таких жуков сразу на булав. Вот. По закону без перьев человека в бур опускать. Тебе полезно, зуб. Посидишь до утра, остынешь. А хочешь, придавлю, дольше посидишь. Не надо. Тогда следи за руками. Завтра ночью политический барак будет открыт. Сечешь. Ну? Гну. Заходите быстро. Делайте все тихо. 1348-го. Знаешь. Которого Остапом кличут. Видал. Его делаешь первым. Других как получится. Хохлов, начальник, у них до сих пор война. Они огрызаться будут. И по-тихому не получится. Ты же сам в штрафроте тянул зубов. А потом черная мазь тоже огрызается. А тут какие-то заходяги. Короче, сделаешь их, и зона станет раем. Я тебе гарантирую. И наблюдайте. Ты глянь, сам зуб подкатил. Я пришел с миром. С какого перепугу мне вору с суками замеряться? Чтобы перепугу не было. Коля. Излагай.
базар такой. Если не станете лезть, дадите нам хохлов славу себе порезать, будет мир на зоне. Дальше станете мешать. Абрамов обещает черную масть трюмить. Всех. Жестко. По беспределу. Беспредел, говоришь? Это гражданин Абрамов умеет. Я тебя услышал, Зуб. Иди. Мне с людьми обкашлять надо. Як звати? Ну, номер 1611. Перев'язк. Перев'язк. Це прізвище таке? Зачекай. Все добре, тут всі свої. Он сивий. А оце ворон. Твій. І тут балабан, вітер. Слухай, ти ж давно вже тут, правда? Ляжешь на месте Остапа. С какого перепугу? Не ляжешь, сам не попросил. А так поживешь еще. Ты тут за життя тримаешься. Вот и покажи, как.
мать вашу! Что опять не поделили? Землячки! Кто начал? Ну! Ціле. Руку вберіг, а голова заживе. Повоюємо. Все воюєш. А тобі чого треба? Це тобі більше всіх треба. А я... не хочу нічого, отвоювався. Довоювався. До табору. Що ти розумієш, це ошибка. Ну-ну. Не нукаю. Нас над линией фронта сбили. Я покинул самолет и сутки на пузе. А особист крысы тыловая сказал, что я не мог так вырваться. Что там фрицев, как тараканов. Нашлись люди, которые меня знали, заступились. Правило сюда сдыхать. Там место расстрела, ты... Ти диви. Перев'язка. Як вчасно. Іди. Іди сюди. Знайомся. Да знаю його. Перев'язка, Ваня. Придурок з больнички. Ти ж давно тут? Третій год. От бачиш, третій рік з людиною в одній упряжці, нічого про неї не знаєш. Здесь каждый сам за себя. Я теж. Я досижу спокойно своє і все. На свободу з чистою совістю. Ваня. Ваня, покажи. Покажи, покажи йому. Ось це номер німецького концтабору. 1211. Вони підняли бунт і втекли. Прорвались через фронт. Як думаєш, чому він тут? Ошибка. От ти впертий. А це йому ось тут пришили. 1211. Яка різниця між таборами, а? Льотчику. Гуров. Я. За мною на осмотр. Выйди. Как болеет Сагуров? Гражданин майор, там буза была, я хотел порядок навести. Без тебя бы навели. Не лепи мне тут Горбатого. Хочешь, скажу, зачем ты полез? Смелым стал. Защиту почувствовал, так или нет? Виноват, гражданин майор. Что-то в тебе не так, Гуров. Меня нюх никогда не подводил. Червяк тебя точит изнутри. Я тут твое дело пересчитал внимательно. Интересный момент зацепил. Был у меня случай похожий. Там стрелок в плен попал, потому что из квадрата не выбрался, своих искал. Ты своих не искал? Никак нет, гражданин майор.
Я видел, как самолет взорвался, когда в землю врезался. Поэтому не искал, гражданин майор. Значит, еще перед тем, как выбрыгнуть, уже знал, уверен был, что всем хана. Так или нет? Видел их мертвых. Первопилота, стрелка. Стрелок не отвечал. Я вызывал его по рации, он молчал. Я не мог его видеть. Вот так вот, да? Молчал. А может, он раненый был? Тяжело. Без сознания лежал, а ты бросил товарища и до сих пор мучаешься этим. Это тебя гложет. Сомнение? Совесть? Я... Гражданин майор, я... Чего заблеял? Раскусил я тебя, Гура. Ты еще и простудился здесь. Может, полечить? Выяснишь у Остапа, кто предупредил бандеровцев и лесных братьев о ночных гостях. Или повторные следствия и новый срок тебе на всю катушку. Все понял? Доктор! Thank you.
Я знаю, что многие из вас недобитков верят в Бога. Вы думаете, что Он вас сохранит? Только здесь для вас Бог един в трех лицах. И этот Бог я! Так, Гуров. Встать! Встать! Ночью напали на сучий барак. И это не воры, кто? Не знаю, тихо было, я спал. А я знаю, бендеровцы больше некому, это их поганый почерк. И ты или правда проспал, или с ними спелся и покрываешь. Барак им открыли воры. Бандеровцы натравить на сук, это их выгода. И сейчас ты мне скажешь, что у них связной нет, лучше сделай так, как санитар доходяга. Но! Это он и был! Кто? Ваня Перевязка, он прикидывался таким! Через него тайга с червоным контачили! Правда! Правда! Офицерской честью клянешься? Пошел вон. Что-то случилось-то, Мила? Вася, я просить хотела. Ну? Ваня. Что, Ваня? Можно похоронить этого человека в отдельной могиле? Здесь не хоронят, здесь закапывают. В землю.
и перевязку этого закопают вместе с остальными. Си, ради бога, я прошу бога тебя... Бога нет, Тамила. Баруха Адонай Эльгейну Эльхалам Даянене Баруха Адонай Эльгейну Эльхалам Даянене Баруха Адонай Эльгейну Эльхалам Даянене Баруха Адонай Эльгейну Эльхалам Даянене. А ну встань, как положено. До сих пор себя здесь хозяином мнишь, тайга? У нас общее хозяйство, начальник. Мы на нарах, ты на койке. Оба за колючкой. И обоим деваться некуда. Захочешь, далеко не сбежишь. Сбежишь, вернешься. Только я все равно здесь банкую, тайга. Суки бандеровцев друг на друга натравил. Умно. Чужими руками своих врагов убрал. А дальше? Все. Я помолчу, пока француз на зону не зайдет. Ладно. Вместе француза встретим. Слушай меня, для тех, кто не знает. С вами, ублюдки, говорит начальник лагерного отделения номер 4, особого лагеря номер 6, Государственного управления лагерей СССР, майор МВД СССР Абрамов Василий Михайлович. На уверенной мне территории действуют только законы Союза Советских Социалистических Республик. Других законов здесь нет. Всякие возражения против советских законов
рассматриваются как покушение на изменение Конституции СССР. Это преступление предусматривает наказание в виде высшей меры социальной защиты расстрела. Кто из вас, суки, это не понял? Мы не суки, гражданин начальник. Кто это сказал? Я. Фамилия? Сапунов Иван Антипович. Ваня француз, значит. Вот ты какой, Ваня француз. Тебя здесь ждут. Так как, будем работать, француз? Закон не позволяет, гражданин начальник. Ты глухой! У меня в лагере один закон. И этот закон представляю я. Все понял, сука. Я не сука, гражданин начальник. А кто? Скажи всем! Сапунов Иван Антипович. Вор! Вор, начальник. Ваня француз! Ты никто! Кто тут еще вор? Я! Вор! Капитан! Я. Я хочу сказать. Так кто там такой бордо? Червоный Данило Назарович. Совсем страх потерял. Чё надо? Тут порушуется радянский закон. Так. Что здесь происходит? Да вот, гражданин капитан. Бандеровцы бузят. Червоный, выйти из строя! От работы отказываемся? Так тебе по масти не положено. Масти на картах. А тут Конституция. И зараз Конституцию порушают. Конституция. Значит, бакланят. Почему сразу не стрелял, пас ему заткнуть? Про Конституцию слышали все. После всего просто так валить на месте неаккуратно. А у нас служба, капитан, неаккуратная. Мусор кругом человеческий. Thank you.
кто? Бунт! Значится, бунт! Данила Червоний. Не бунт, а законна вимога слідувати вашій конституції. По совєтським законам ти, ізменник родини, сидиш здесь. Наша бригада вчора перевиконала план. Радянський закон у цих випадках передбачає вихідний день для всіх ув'язнених і збільшення норми хліба на одну особу. Ти зараз пойдеш на роботу. Или я тебе сейчас твои слова здесь, на месте, в глотку забью! Вот этим! Вихідний, громадянине майор, як того вимагає закон? Хліба і вихідний! 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 Що такое? Молчай! Опа, Європа, вон треба нашому, а? Сливай воду, начальник! Даєш вихідний, бродяга! Вихідний! 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 Да я тебя дерьмо сейчас! За попытку побега я могу тебе даже без предупреждения! Вихідний! Ви це зупините? Вихідний! 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 Передовики производства, стахановцы, по закону так по закону будет вам сегодня выходной. Только после того, как будет порядок в помещениях. Сивцов! Я тут, начальник. Бардак на зоне! Все понял, начальник. Капитан, со мной. Шмонам ответили, видал? Это граждане начальники себе хвосты кусают от злости. А вы, бродяги, ничего себе, с яйцами. Так что, дружить будем? Вместе мы эту зону, ох, как удержим. А ты, борзый, смотри, я тебе не гражданин, начальник. От меня даже в буре не спрячешься. Забыл, кто тебе, сучий, барак открыл. А ти забув, що ми з ними зробили? Краще не лізь. Не
позволяет. Выходной! Или два! Спирту дай, доктор! Может, уже хватит. Ляг, поспи. Я пойду, мне еще работать. Работать! Лечить этих подонков, клизмы им ставить. И здесь болеет не только контингент. А кто тут еще смеет болеть? Контингент! Вот они, где все у меня! Мне кажется, ты тоже болен, Вася. И не только мне. Что ты сказала? Пожалуйста. Прости меня, пожалуйста. Убью! Прости, пожалуйста! Не надо! Убью! Не надо! Гражданин майор, заключенный номер 830 по вашему приказу явился. Скажи мне, Гуров, вчера днем во дворе у больницы как вышло? Чего молчишь? Страшно? Тамила мне рассказала про твою выходку. Вчера, значит, не страшно было. Так точно, гражданин майор. Страшно. И все равно полез. Начальника лагеря при зэках. Думаешь, выкрутился? Правильно думаешь. Я-то ничего не помню. Тамила Андреевна объяснила. Я мог ее покалечить. Да печенок достали бендеровцы. Только потом бы не отписался. И так рапорт за рапортом. Ты в Бога веришь? Никак нет. Теперь можешь. Пошел вон отсюда. Вперед!
этим жить надоело. Я хотел поблагодарить. Что? Вчера, ну, майор, вы за меня заступились. Когда больше так не делай? Я напугал. Сам не понимаешь? Если майор увидит, как ты мне хватаешь, все. Никто не заступится. И вообще, пошел отсюда. Я сказала, пошел отсюда. Почему у нас бандеровцы и эти братья лесные до сих пор в одном бараке? Агентура заряжена, товарищ майор. Так легче работать, когда они держатся вместе. К черту агентуру. Поступил приказ по всем лагерям прессовать бандеровцев. До них бунтов не было. Побеги были. По весне, как правило. Не равняй! Побег сезонное. А бунт, зараза, потому этапы дробить, разбрасывать по разным пунктам, их всех разбрасывать, группу Червонова в первую очередь! В сторону, доходяги! На десятке движуха была, слыхала? И что? Весна. Бродяги всегда бузят по весне для порядка. Рвать-то отсюда некуда. Там говорят и бродяги. Ну что с того? Все весну чуют. Да там автоматчиков из поселка вызывали. Порядок наводить. О как. Значит... Волна пошла. Да. Фронтовички шалить стали. Молодец, Фитиль. Правильно волну погнал. Нам автоматчики на хозяйстве не нужны. Политических паси. Чуть что успокоим. Так они шифруются. Налетчика дави. Опа, Европа. Чего надо? Слушай сюда, летчик. Люди велели передать. Посей этого баклана Червонова. Надо знать, что он мутит. Я блатным в шестерке не нанимался. А тебя никто не нанимает. Сказали. Сделал. Дошло или разжевать? Пусти, падла! Все! Договорились. В следующий раз даже слушать не стану. С огнем играешь, летчик. Thank you.
Ты звал меня? Скоро мы уедем. Соберем вещи. Этот трофей на платформу до большой земли. А дальше своим ходом. Я на ней небочке только два раза всего ездил. Куда уедем? Куда хочешь. Но со мной можно нормально жить везде, Тамила. Я напишу рапорт, и меня переведут. Вместе с женой. Жена — это я. Ты делаешь мне предложение? Да. Ты мне жена. Поставим штампы, сменишь фамилию законно. Уже не будешь так бояться. С тобой мне тоже страшно, Вася. Извини. Мы уедем. Я решу твой вопрос, обещаю. Со мной можно нормально жить. Со мной можно нормально жить. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотворенного. Єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Чекаю воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Благослови, Господи, цю Пасху і всіх тих, хто її споживатиме. Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Ою! Червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Христос воскрес! Воістину воскрес! Заходи! Значит, праздник у вас, да?
Чому тільки до нас? Християн багато. Ну да. Світлий праздник. Сімейний. Ну що ж, раз так, давай відмітимо місце. Проходи, не тушуйся. Без подвоха, сьогодні можна. Другой ведь семьи у тебя здесь нет. Давай, пей, закусывай. Думаешь, мне праздника не хочется? Хочется, червоный. Христос воскрес, да? А Бога-то нет. За что вы воевали? За вільну Україну? Так ее ведь тоже нет. Нет такой страны на карте мира. Страна, которая есть на карте, это Союз Советских Социалистических Республик. И в ней товарищ Сталин. Вот кто есть червоный. Что ты мне на это скажешь? А что тут скажешь? Весна. Ти червоний, у мене здесь поселишся. Мені однаково дегнити тут чи в шахті. Это уж дудки. Таким, как ты, здесь вздыхать не хочется. Не видит никто. Пошел в зону. Виходимо. Давно? Неважливо. Невчасно, от що. Скажіть хворим. Я щось придумаю. Через врачиху нашу. Не вийде. Мені зараз зайва увага не потрібна. Ти чого? Я ж сказала, не приходи сюди більше. Себя. Ты меня сейчас губишь. Червоные легкие. Кусками выхаркал. Я понимаю, всем здесь, конечно, не поможешь, но ради одного человека там можно попытаться что-то сделать. Ради одного? А я здесь ради одного человека, Гуров. У меня отец сидит с 38-го. У него срок без права переписки. Я фамилию сменила, завербовала сюда. Думала, буду в лагерях, узнаю о нем. Узнала?
обещал помочь. Помог? Червонова скоро заберут из лагеря. Не завтра, так до конца недели. Есть приказ. Майор проговорился. Кто-то здесь и где твое место? Грубо, товарищ майор. Тебе же нравилось, когда грубо. Так. Что-то новое. Нет, не новое. Иди. Совсем страх потерял, артист. Много воли взял шастать кругом. Так у меня, гражданин начальник, вообще скоро воля. Досрочная. Амнистия. Разве нет? И тебе воли, ходца убогий! На! На! Это тебе амнистия! Это досрочное! Я выйду, а ты останешься! Мой срок раньше кончится! Раньше вас всех! Раньше вас всех! Кто он еще раз?
слухай і думай. Тебе можуть смикнути від це вже завтра. Є наказ. Відказною не питай. Держи. Тепер ти слухай. Якщо і ризик не дотягнути до завтра, то треба робити все сьогодні. Що робити? Ти все вірно зрозумів, земляче. Чего орешь? В третьем бараке Буза. Товарища капитана звать будем? Капитана? Из-за доходяг? Сами справимся. Богом, хлопці.
безопасней! Зуби вирвемо. Візьміть увагу на себе. Ми через підвал. Подгон для братвы червоной. Знатная буза. Ой, летчик здесь. А ты на два слова. Тільки швидко, часу мало. Слушай мене. Бежать некуда. Я это точно знаю, червоний я не первую пятилетку чалюсь. Хтось має бути першим. Я другом тебе толкую.
Руку даю тебе второй раз, хоть и не положено. Когда все уляжется, мы на пару будем эту зону держать. Поживешь, бродяга. Руки встал. Хлопці зброю закупили. Там офіцер. Перемовин чекає. Ай, гаун офіцер. Так нельзя. Ісусик нашовся, а? Не, он не Ісусик, он тоже офіцер. На! Сделай как можно. А у него кишка там... Заткнись, Витиль! Ну! Или стреляешь, или мы его живого поджарим. Гуров, стреляй. Стреляй, лейтенант. Я приказываю! Европу. Артист сеанс поломал. Или сама пойдет. Лиза! Оставь ее! Закрой пасть, бляха рода! Сука!
червоний.